Итак, кто может претендовать на депутатское кресло, об этом рассказали в Центризбиркоме. Кандидатом может быть гражданин Казахстана, проживающий на территории страны последние 10 лет, достигший 25 лет и обладающий пассивным избирательным правом. Не могут выдвигаться в депутаты лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном порядке, и те, чья вина в совершении коррупционного преступления признана судом. Право выдвигать кандидатов остается за политическими партиями. Этап выдвижения начинается за 2 месяца и заканчивается за 40 дней до дня голосования. Регистрация партийных списков заканчивается за месяц до выборов, то есть 10 декабря. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков. Завершается она в 0 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Обращаю внимание коллег, что календарные планы по выборам депутатов Мажилиса и Маслихатов – это основные документы, определяющие сроки этапов электоральной кампании и избирательные процедуры, связанные с ними. Все мероприятия, указанные в календарных планах, должны быть проведены в соответствии с установленными сроками.